с вами магазин Инструмент Центр. Сегодня у нас в видеообзоре обновленный набор ключей от компании Force. Артикул товара 5161. Набор на 16 предметов. Это самый популярный набор у компании Force по ключам. Набор поставляется в пластиковом кейсе. И сегодня у нас новый вариант, то есть обновленная линейка ключей. Сейчас компания Force проводит обновление набора инструмента. Далее мы будем видео это показывать. И начнем мы с комплектации набора. Вот такая идет прокладка между крышек ложится, когда вы закрываете кейс. И вот у нас обновленный ключ идет. По ширине они ничем не отличаются от старого варианта, разве что немного толще идут. Рожок опущен теперь немного вниз. И здесь, видите, утолщение идет. Надпись Force стала больше. Ну, артикул ключа так и остался. 24 мм данный ключ пишется теперь только возле рожка, то есть не с двух частей, не с двух возле рожка и накидка, а только возле рожка 24 мм. С обратной стороны также возле рожка указывается 24 мм ключ, но не пишется теперь хром-ванадевая сталь. Хотя материал так и остался хром-ванадевая сталь, только теперь это не пишется на основном ключе. Размеры ключей в наборе. Так, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ключ, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22 и 24 самый большой. Этот ложмент можете вытянуть. Кейс остался прежний, жесткий пластик, верхняя крышка на 4 петлях держится, тоже из пластика, запирание на пластиковой защелке. Также наклейка осталась внутри, Force Professional Tools, 16 предметов. И перечисляются размеры ключей, Made Taiwan. По габаритам ширина 37,5 размеры кейса, длина 16 см, высота 5 см. Вес набора 2,3 кг. Старый видеообзор на старый вариант ключей у нас есть на YouTube-канале, вы можете посмотреть. Сегодня у нас обновленная версия. Что много спрашивают, у вас новый вариант ключей или старый? Вот у нас новый вариант ключей от компании Force. Спасибо за просмотр нашего видеообзора. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, если видео вам понравилось. И при подписке и оставьте нам комментарии под видео, вы получаете дополнительную скидку в нашем магазине. Спасибо, до свидания.